Виталик, расскажи нам чуть-чуть о Нефакте. Нефакт — это молодая группа. Сегодня мы записываем 2 демо-сингла. Мы приехали записать пару вещей, которые вам понравятся. Меня спрашивают, я хочу реверб или еще что-нибудь, я не знаю. Ты видел, я заходил и разбил лампочку рукой. Серьезно? Да. Жалко, я это не снял. Вообще, слышишь, это так неудобно. Дима пришел после тяжелой аварии на стройке. Дима, ты еще не поздоровался. Здравствуйте. Теперь ты поздоровался.